Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 38-го тура Ла Лиги Севилья-Алавес. Встречаются 4-я и 15-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 9 очных матчах команды 5 раз играли на обе забьют, да и 7 раз на тотал меньше. Последние 3 очные матчи на Рамон Санчес Писхуан были низовыми. Алавес никогда не побеждал на поле Севильи. Статистика команд. Севилья последние 2 домашние матча отыграла на 1-0. Севилья последние 2 матча отыграла на 0. Алавес без поражений в последних 3 матчах. Алавес последние 2 выезда отыграл на 0. В минувшем туре Севилья проиграла Вильяреалу 0-4. В первом тайме у Севильи не пошло. Команда не реализовала пару убойных моментов, получила гол в свои ворота, ну а второй тайм превратился в настоящее цирковое представление со стороны гостей, которые безбожно чудили у своих ворот. Чем не преминули воспользоваться хозяева, у которых отличился Карлос Бакка, оформивший хэт-трик. Алавес обыграл Гранаду 4-2. Хозяева куда как были более настойчивы в атаке, но едва не упустили победу со счета 2-0. К счастью для Алавеса, при счете 2-2 Искандел дважды пропустил несложные мячи в ближний угол, дав возможность хозяевам взять важную для себя победу. Очный матч первого круга выиграла Севилья 2-1. Алавес очень мощно накатил на финише сезона, взяв в последних 8 матчах 15 очков. Почти столько же, сколько команда набрала за предыдущие 29 игр. Севилья упустила возможность завоевать медали. Теоретически она еще существует, если Барселона снова начудит в последней игре, но шансов на это немного. Севилья не выиграла у Алавеса предыдущий очный домашний матч, полностью провалилась в предыдущей игре с Вильяреалом. Алавес задачу по сохранению прописки в Ла Лиге выполнил. Логично ждать, что гости не будут здесь сильно рвать жилы, а хозяева должны бы добыть победу на классе. С учетом коэффициентов, здесь выгоднее играть низовой и нулевой вариант матча. С чего бы это вдруг, здесь должно быть гарантировано обе забьют дай тотал больше. Из связки ставок тотал меньше 3,5 обе забьют нет победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 2,24. На тотал меньше 3,5 1,64, на победу хозяев 1,54. Конечно же, самая очевидная ставка здесь выглядит вариант победы хозяев. Скорее всего, Севилья выиграет, но 1,54 вроде бы маловат коэффициент. Брать отрицательную фору вряд ли имеет смысл, поскольку по такой ставке велика вероятность возврата. Очень перспективен вариант с тотал меньше 3,5, который имеет чуть выше коэффициент, а по своей надежности выглядит очень и очень надежно. Вариант с обе забьют нет имеет высокий коэффициент и неплохие перспективы. Эта ставка скорее зайдет, чем нет. Последние 2 очные матча Севилья и Алавес отыграли на обе забьют, да. Никогда эти команды не играли подряд 3 не нулевых очных матча. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.